Всем привет! Смотрите, что мне пришло. Это посылочка от Дзинтерс. Я сделала заказ. На сайте были скидки на День матери. И я кое-что себе купила. Пошуршим. Так, что я купила? Я купила питательный крем для тела. Затем так он выглядит. Откроем, посмотрим. Не очень удобно одной рукой делать. То есть пришлось прибегнуть к ассистенту. Пахнет очень вкусно. Какой-то даже травкой, муравкой. Какой-то, не знаю, больше лекарства, мне Пахнет кажется. это то ли кремом для ног, да? Но это крем для тела, окей. Запах мне незнакомый. Да, пахнет чем-то, травой какой-то, как будто кремом для ног. Окей, вот пробуем. Дальше, как все упаковано, вообще вау. Будем чай пить. Golden Dream Zelta Sapness. Успокаивающий чай. Никогда в Дзинтерсе чая не было. Пена для ванны и душа. Будем расслабляться. И я уже не помню, что я. А, рабарбаровая паста для зубов. Никогда в жизни не пробовала Дзинтерс паста для зубов. И вообще у Дзинтерса, мне кажется, не было никогда. В моем сознательном существовании не было пасты для зубов. Когда-то, мне кажется, было. Я прочитала, что она какая-то супер-пупер крутая. Что-то даже написано. Ладно, будем изучать. Такая вот паста. Какая-то она типа супер-пупер фаворит журнала модного. Будем пробовать. Зубными пастами у меня все сложно, у меня очень чувствительные десны и зубы, поэтому мне не все пасты идут. И я купила самый любимый крем для защиты от УФ-лучей. Надеюсь, формулу они не поменяли. Сейчас посмотрим, что по запаху. Поменялся запах или нет. Потому что если формула та же самая, то это просто замечательно. Запах тот же самый. Я думаю, что формулу они оставили ту же уникальную, запатентованную Дзинтерс. Все, к лету готово. Идем дальше. Во, вот это вот вообще была скидка на комплект. Мне очень интересно, что внутри. Так, Hypnopharma, соль для ванны, крем для тела и свеча. Обалдеть. Мы будем пользоваться всем этим, расслабляться, да? Оператор мой тоже, ой, тоже, оператор тоже рад. Так, крем для тела, Better Sleep. Будем хорошо спать. Ладно, все равно попробуем. Все надо попробовать и распечатать. Ну, пахнет очень своеобразно. Сейчас дадим оператору понюхать. Не знаю, в кафешках что-то такое, добавка какая-то, не знаю. Он такое, острое такое. Ну, пахнет чем-то интересным, таким необычно, да? Чем-то каким-то тоже травами или... Ну, я говорю, знаешь, как, не знаю, не для начос что-то, но такое прям засушенным чем-то Да, таким. какой-то травой, да? Да, засушенный. Засушенный, я же сушу цветы, они также сеном чуть каким-то Да, слабым таким-то, пахнут. да, вот, кстати, может Что-то быть с похоже на сеном. чай, потому что вот это тоже фитофарма, может быть,
Кстати, давай чай откроем, сейчас попробуем. Потому что это запах, что связан, ну, как когда засушиваешь травы, тоже так пахнет. Необычный, первый раз в жизни такой запах. Слушай. Да, кстати, может быть, да, что-то похожее. Чай, кстати, пахнет... Больше мятой засушенной. Прям вот зеленью, таким зеленью. Деревенским сбором, да. Как вот бабушка наша собирала в деревне. Но он прям листьями пахнет, листьями дерева прям пахнет. А это больше как сено или цветочки засушенные. И чай здесь так, успокаивающий, ароматный чай, фруктово-цветочный. Что такое вирши, я по-русски не знаю. И валерьянка. О, валерьяночка, то, что доктор прописал. Перед экзаменами можно пить чай. Прям вообще. У нас наш девятиклассник перед экзаменами будет принимать ванну с солью, мазаться кремом со свечкой, сидеть и релаксировать. Вот, better sleep. Это что? Enrich your sleep. Все. Перед экзаменом. Доктор Сордерс, видел? Доктор прописал. Вот свечечка, кстати, очень вкусно пахнет. У нее приятный такой сладенький, немножко ванильный запах. Ну, как-то слабо чувствую, но я думаю, когда зажгешь, он хорошо будет пахнуть. Но пахнет очень приятно, сладенько, не травой никакой и не лавандой, как ни странно, обычно успокаивающая лавандой пахнет, она очень такой приятный. Ну, как пузырьки какие-то, знаешь, как легкие такие. Вот, так, и самая вообще королева заказа. Кто угадает, что там? Надо барабанную дробь поставить. Барабанная дробь. Та-дам! Рижская сирень новая. Теперь она... О, из коробки запахла. Так, что я заказала? Я заказала гель для душа. Даже не гель, а суфле. Рижская сирень. Хорошо заклеено. Да, все надежно. Удобно открывать, конечно. Да, особенно с таким акцентом. О! Ой, прям реально сиренью пахнет. Смотри, какое оно. Такое фиолетовое. Реально суфле, да? Перламутровое такое. Очень такая классная консистенция. Оно реально как суфле и перламутровое. Такое оно интересное. Я знаю, что я сегодня... Чем я сегодня буду мыться? Нам пахнет сиренью. Дома пахнет сиренью. У нас дома два веника с сиренью. И теперь мы будем мыться сиренью и мазаться сиренью. Я хотела еще крем для тела купить с запахом рижской сирени, но уже не стала, потому что я и так уже два крема для тела заказала. У меня уже третий... Точно некуда будет мазать. Купила увлажняющую сыворотку для лица с морским коллагеном и эластином. Я подразумеваю, что это сыворотка по формуле нашего Си-Секрета старого Дзинтерса. Потому что у Дзинтерса была с морскими водорослями, по-моему, продукция. Хорошо упаковывают. Так, не прошло и полгода, но нам удалось открыть. И капнем, посмотрим. О, какая пипка красивая. Приятно выглядит, что такое сиреневое красиво. Угу. Смотрю, сирень становится семейным. Охлаждающее такое ощущение. Красивое, классно. Красивое. Что это? Это увлажняющая сыворотка для лица. Будем вместе с тобой пользоваться. Так, будем пробовать. Кремы я никакие не покупала, потому что я пользуюсь только профессиональными кремами. Я нашла свой уход, поэтому я только сыворотку увлажняющую решила попробовать. Купила любимый мой продукт от Дзинтерс, который тоже, вот кто спрашивал про бестселлеры, хочу сказать, что гель для ресниц и бровей у Дзинтерса был бестселлер. И он только производили, он сразу исчезал со складов и из магазинов. Вот так он выглядит. Ну, просто прозрачный гель. Ничего такого.
кисточка другая. Ничем не пахнет. То есть, ну, он фиксирует, и я так понимаю, что раньше, по крайней мере, он помогал росту. Специально разработанная гелевая сыворотка помогает придать форму бровям и сохранить ее. Кроме того, ее применение способствует росту бровей и ресниц. Да, это именно то, что и будет. И самое главное, самое дорогое в этой посылочке. Я так рада. Пошурши. Рижская сирень теперь у меня своя. Баночка. Прелесть. Просто прелесть. Та-ра-рам. У меня теперь своя рижская сирень. Ну, она сиреневая сирень. Ну, да. Прям агрессивная. Во, все. Это вот именно тот аромат, которым я сегодня надушусь и пойду гулять. Буду изображать из себя кустик сирени. Да. Все, это были все покупочки. Дзинтерс. Буду тестировать и потом вам обязательно расскажу, поделюсь о своих ощущениях. Поделюсь своими ощущениями. Вот, да. Все. Пока.